льготы по имущественным налогам в 2024 году. В этом году, например, предусмотрен дополнительный вычет по транспортному налогу для инвалидов, ветеранов боевых действий, героев России, героев Советского Союза. И государственная регистрация бизнеса. Как за один день зарегистрировать свой бизнес с помощью комплексного сервиса «Старт бизнеса онлайн» на сайте ФНС России. В сервисы помогают безошибочно заполнить заявление, составить решение, то есть необходимые документы для регистрации бизнеса. Смотрите сегодня программу «Город ТЭС» 18.15. Гости в студии Елена Ковалец, исполняющая обязанности начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Самарской области, и Татьяна Голубева, заместитель начальника отдела налогообложения имущества УФНС России по Самарской области.